Всем привет, друзья! В этом видео хочу с вами разобраться в таком вопросе, был ли ап арты, был ли скрытый ап, и в принципе будем разбираться. Все довольно-таки просто. Никаких четких доказательств там со скрытых камер там или еще отчета, был какой-то скрытый ап там или какие-то там такие вещи, всего этого нет. Все довольно-таки просто. Будем пользоваться тем, чем любят пользоваться разработчики игры World of Tanks. Статистикой. Давайте же посмотрим по статистике, что происходит с артой в игре World of Tanks. Заходим на сайт, на котором можно посмотреть статистику. Я для вас выбрал арту. Начнем с танков 10 уровня. И здесь есть такие вот всякие вкладки. Выбрал я арту. Видим Т-92 для начала. И переходим на вкладку урон. Здесь есть первая вот такая вот кривулечка за месяца 04-24 и по 07-17. В принципе, это практически последние данные пару дней назад, а начинается статистика пару месяцев назад. То есть первая accuracy, я, конечно, английский с 3 лет без акцента, это у нас точность. Как мы видим, точность немного присела и потом чуть-чуть начала выбираться с днища. Второе, это в принципе какое-то там пробитие, рейтинг пробития. В принципе, в нем я ничего не понял. Но самое большое, что я понял и что меня интересовало, это нанесение урона. И здесь мы будем больше всего акцентировать свое внимание на то, сколько арта наносит урона в бою. И здесь мы видим, что за последние 3 месяца, чуть меньше чем 3 месяца, арта Т-92 у нас наносила 3 месяца назад 1520 в среднем урона, а сейчас она уже наносит за последние пару дней 1560 среднего урона. То есть в целом на 60 выросла. Поэтому в целом можно сказать, что урон немножко подрос. И в целом он в основном двигается по чуть-чуть вверх. Если сгладить эту кривую, то она примерно получится такая, что она поднимается по чуть-чуть вверх. И мы видим, что фраги тоже по чуть-чуть поднимаются вверх. И скоро они доберутся до стабильных 1 фраг за бой. Также еще растет по чуть-чуть урон по сбитой гусенице. Причем основные рывки по повышению всех этих показателей видны за последнее время. По крайней мере у этого танка. Также еще хочется посмотреть на рейтинги ВН-8, ВН-7. Они тоже начали расти вверх. И тоже очень резко за последнее время начали расти. Переходим до следующего танка. Это объект 261. Здесь точность, в принципе, немного спустилась, потом поднялась до того же уровня. А у Т-92 точность снизилась, но урон повысился. У объект 261 точность, в принципе, на месте болтается. А вот урон тоже, как и у Т-92, чуть-чуть поднялся за все это время, за 3 месяца. Если он был в среднем 3 месяца назад 1500 плюс-минус, то сейчас он тоже 1560. Какие-то одинаковые такие значения интересные. И если пойти посмотреть на рейтинги, то ВН-8, который завязан на уроне, он тоже начал расти. С 1180 уже до 1260 начал подниматься. Переходим к следующему танку. ГВС-100. Здесь что-то точность начала падать в днище, а урон, что удивительно, начал подниматься вверх. Видимо, артоводы поняли, что можно урон наносить не только прямыми, но и сплэшем, и начали кидать так, корявенько. Но урон из-за этого начал расти, потому что сплэш большой. И здесь тоже урон был 1550 и уже приближается к 600, 1600. Здесь урон побольше, чем у предыдущих арточек. В целом, конечно же, за 3 месяца это значения небольшие, но видно, что они имеют все тенденцию на повышение. Также посмотрим следующую арту.
Conqueror британскую. Здесь, кстати, мы в N8 посмотрели. Тут тоже все растет у GVS-то. У Conqueror смотрим. Средний урон был 1700, потом упал до 1660. И потом аж поднялся до 1740. Рейтинг в N8, в принципе, не сильно, но тоже начал расти вверх. У бат арты, в принципе, все такое же. Точности падают потихоньку, уроны чуть-чуть растут. Но уроны тут как-то рывками и не сильно видно прям вверх. Но видно, что все равно, если сильно заладить, то чуть-чуть оно подросло за последнее время. Но так себе. В принципе, 1220 было, потом поднялось до 1240, опять чуть упало до 1220 и опять поднялось до 1240. В принципе, это такие скачки маленькие. Но такое. А что касаемо рейтинга, он все равно тоже растет вверх. Поднимается. То есть нанесение урона все-таки все равно идет на повышение. Идем к следующей арте. Это уже 9 уровня арта, кажется. 212А. И здесь средний урон был 1400. И начал он уже подниматься до 1440 в среднем. А то и бывает до 1460. И тоже ВН8 скачками, но по чуть-чуть вверх подбирается. Вот в какой-то момент упал, опять поднялся. Следующая. ГВ Тигр. Или как он там? ГВ Тигр, да. И здесь у нас, в принципе, плюс-минус на одном месте. Слегонца, может, как-то там в одном месте упало, потом опять вернулось чуть-чуть выше даже, чем было. И по рейтингу, в принципе, то же самое. Падение и опять возвращение на то же самое место. В принципе, эта арта так на месте болтается. Я, честно говоря, немножко их пролистал уже и, забегая наперед, только у одной арты в какой-то, кажется, упал урон, а у всех остальных он идет на повышение, и вроде еще у две или сколько там арт он на одном месте остался. То есть в целом большинство арт по урону пошли вверх за последние 3 месяца. Так, это у нас ФВ3805. Здесь по урону у нас было в среднем 1120, и в принципе столько и осталось. Оно поднялось, упало и вернулось посередине, но в целом как будто бы немножко упало, но в целом оно вернулось на середину. Поэтому такое вот. По рейтингу ВН8 тоже в принципе плюс-минус, может быть чуть ниже стало. Это вот, наверное, единственная арта, у которой прям упала чуть-чуть. Но тут разница не сильно большая. В принципе, практически как было. Следующая у нас арта. Бачат 9 уровня. Здесь у нас урон был 1030. Плюс-минус чуть-чуть упал. Потом чуть опять поднялся до 1040. И в целом по рейтингу ВН8 то же самое. То есть плюс-минус то же самое, что и было. Следующая арта М53-М55. Здесь все начиналось примерно на 1360-1380. А сейчас уже в районе 1400. То есть на 30 где-то уже поднялось. Средний урон за каждый бой. И ВН8 тоже подрос. Все это было бы ничего, если бы это у одной арты какой-то было там, или у парочки арт. А это почти у всей арты. Если смотрим следующую, Су-14-2. Здесь в среднем было 1180, стало уже под 1200. Тоже на 20 подросло. И по рейтингу ВН8 тоже чуть вверх уже поднялось. М40-43. Здесь было 1120 и уже дошло до 1160. На 40.
Все это было бы ничего, если бы не было такого, что арты по 3 штуки каждый бой. А у них еще и средний урон растет. Следующая арта. Лора М55, Мле 51. Че у нас тут? 1900, и в принципе, ну, в среднем осталось то же самое. Посередине чуть просело. Ну, в принципе, вы сами все видите. И по рейтингу то же самое. Следующая арта ФВ-207. Это, я не знаю, это уже 8 уровня арта, наверное. Да, это 8, кажется, уровня. 840 средний был. И уже поднялся до 860. 870. То есть тоже урон вырос. И ВН-8 тоже. Планка ВН-8 растет. Следующая ГВ Тигр П. Тут, в принципе, какие-то скачки и на одном уровне. И ВН-8 тоже такой же. В целом, что можно отметить? Сколько у нас арт 10, 9 и 8 уровня, у которых средний урон начал расти в среднем на... Примерно у 8 артиллерий средний урон за бой повысился. Штуки 3 арты имеют средний урон такой же, как у них и был. И всего лишь у одной арты средний урон немножко снизился. Вот такие у нас показатели по статистикам за последние 3 месяца. И за последние недели, за последние дни в основном идет возрастание среднего урона у арты. И это нельзя не заметить, что арты все больше и больше. Каждый бой по 3 арты, урон от нее отлетает просто по 500. Это вообще жесть. И можно четко сказать, что... В целом, есть такая тенденция, что урон от арты растет. Это замечают все. Скрытый это ап или не скрытый. Подкрутили там что-то, не подкрутили. У нас есть статистика. И по статистике урон возрос. Если раньше от меня отлетало там 400, 400 с хвостиком, то уже и по 500 изи отлетает. Вот вам и повышение на 30-40. Такое ощущение, что когда 400 от меня отлетало, мне было нормально. А теперь, когда по 500 отлетает, типа, ну блин, еще лучше. Это, конечно же, плохо, ужасно, и без этого она бесит. И это уже ни в какие ворота не лезет. Что это за саппорт, который с 3 выстрела убивает, идеально в точку стреляя через всю карту из инвиза. Еще и имея огромный сплэш. Это было... Это были, конечно же, неутешительные новости, но какие есть. Если вы до конца досмотрели это видео, большая просьба поставить лайк и сделать репост. Для того, чтобы у меня возрастало желание делать интересные видосики. Играйте красиво, всем пока.